Здорово, братцы. Мы тут летом, по-моему, да? Да, летом. Мы тут летом машину разыгрывали. Помните? Надеюсь. Перед вами победитель Валерий из города Витебска. Кстати, вы прекрасно знаете, победителя выбирал не я, там Дон Корлеоне там сам что-то мутил. Вот видите, как совпало? Оказывается, земляк мой оказался победителем. Валер, вот ты мне скажи, мы до этого знакомы были? Нет, не был. Просто смотрел ролики. Вот. Много кого смотрю. Чисто вот повезло. Ну как повезло? То есть как ответил правильно? Ну а там они уже... Я в этом вообще не участвовал. Мое дело маленькое, мое дело вот подарки передавать там туда-сюда. Короче, наконец-то у нас получилось встретиться. Мы уже хотели встретиться еще месяца два назад. Ну все, тут туда-сюда ездил, и все тут то ночью, то не получалось. Сейчас как раз когда ехал, я когда через Красноярск шел, Дон Корлеоне, Клайд, говорит, если, говорит, подарок, говорит, не передашь, я, говорит, тебя без парашюта с самолета сброшу. Вот это аргумент. Так что выполняем. О, она, видите, даже заводится. Так. Выигранный автомобиль Нива. Спасибо. Проехал уже, обкатку прошел. Когда еще даже ездит там, да. Даже обкатку прошел. Пакетик, прошу не обращать внимания. Неважно, он уже катается со мной. Это кружка от ребят из Красноярска. Я думаю, это супруги. Ну да. Это кружка лично от нас. Спасибо. Ну а данная штуковина, сказал, говорит, попробуй, говорит, только когда едешь, попробуй. Это тоже, да. Это то, чтобы можно было вечером налить вот в эти кружки. В эти две кружки налить. Ну, я пока что поставлю, потом сполоснешь. А руку пожать? Давай. Так что, Валер, поздравляю. Спасибо за передачу. У нас все честно. У нас все открыто, все прозрачно. Спасибо. А ты сам, Валер, кем? Я сам водителем работаю в энергосистеме города Витебска. Да. Светом обеспечиваешь Витебск? Да, и светом, и теплом. Чтоб не тепло... жалуются витебчане? Да нет, вроде ну тепло в домах. А мы в комментариях потом почитаем. Потому что ты... У нас не единственный с Витебска. Ну ладно, давай это мы пока сюда поставим. И лампочки горят. Да? Да, ну, светло все, есть, все нормально, классно. Все хорошо. Так что вот как-то так мы свое слово держим. Кстати, скоро, в ближайшее время я уже... Победитель, кто у нас выиграл кедр? Мы же сейчас там кедр разыгрывали. Весной мы его передадим победителю. Победитель уже есть, он уже определен. Ну, мы его объявим чуть-чуть позже. Вернее, не мы, а его уже объявили. Просто ну, нету времени это все дело смонтировать. Но в ближайшее время я все это время сделал. Все это дело сделаю. Слушай, Валер, вот что хотел спросить. Ну вот, машинка, да? Хорошо? Подарок. Конечно. А если настоящий автомобиль? Вот шок бы был или нет? Вот настоящий. Вот без шуток, вот прямым текстом говорю. Вот если бы настоящую машину. Вот ты прикинь, вот ты там раз там ответил, угадал правильно, и тебе там сказали, что ты выиграл там, например. Ну, я ж не говорю, что там BMW X5, понятно. Там. Но что. Но именно настоящий новый. Я не шучу. Так оно ж в рекламе было, там показывали заставка. А, новость. Понятно, но это здесь, это, ну, как бы, понятно, мы показываем, кстати, она была не новая, она была немножко БУ, но дело не в этом, но я сейчас не шучу, я прямым текстом, просто я вот как бы говорю на будущее, не знаю, что из этого получится, есть у меня мысль, есть проект, пока он на стадии обсуждения, но если все получится, то, что вот мы задумали, если мы до всего, как говорится, консенсус, как говорится, соберем все, все мысли в кучу сложим, разложим по полочкам и все сойдется, то почему бы нет? Вопросы-то посложнее задавать. Нет, вопросы, кстати, не ко мне. Это там вот Бонни и Клайд есть, они, если они уже зададут, то они уже зададут. Ну, понятно, что вопросы будут все связаны с каналом. То есть, что ответ будет где-то в роликах канала. Но это тоже как бы предположение, ну, как предположение, это мысль такая. Естественно, вопрос будет сложный, но и приз будет соответствующий. Но у меня действительно есть мысль. Если все получится, конечно, я все это потом озвучу, попытаться осуществить. И
может быть, даже в ближайшем будущем подарить кому-нибудь машину. Причем настоящую, не игрушечную. Красную фурию, что ли? Не, кормилица я никому не отдам. Так что, братцы, смотрите ролики, запоминайте, ну и будем пытаться выиграть новую машину. Настоящую. Все реально. Между прочим, все реально. Честное слово, это не шутки. Все, кроме шуток. Все, Валер. Все. Рад был знакомству. Спасибо. Поздравляю с честно заработанными призами. Ну, пока игрушечная. Спасибо. Все впереди.